В Вишкрале временно закрывается один из корпусов перинатального центра. Согласно требованиям, раз в год в акушерском стационаре должна проводиться санитарная обработка. Помещение очищают от вирусов, бактерий, микробов с помощью профессиональных средств дезинфекции, которые не используются на повседневной основе. Это позволяет минимизировать риск распространения внутрибольничных инфекций. Так как корпус А открылся в июне 2023 года, процедуру в этом году начали чуть раньше, чтобы постепенно выполнить ее во всех отделениях, обеспечивая при этом работоспособность центра. Специальный сотрудник заходит в отделение, распыляет дезинфицирующее средство. После мы выдерживаем сутки минимум. Потом выходим вместе с помощником эпидемиолога и собираем смывы со всех поверхностей, с рабочих, там, где находятся пациенты, с кроватей, со стен. Потом наша бак-лаборатория делает анализы. И если эти анализы хорошие, ну, на ней не обнаружено никакой микрофлоры, то мы снова открываем корпус и начинаем принимать в нем пациентов. Добавлю, перинатальный центр работает в штатном режиме. Все пациенты переведены в корпус номер один. Провести обработку планируют в кратчайшие сроки. К следующей неделе работа роддома вернется в обычное русло. В настоящее время все роды в перинатальном центре проходят в комфортных условиях, в индивидуальных родовых залах.